have ways of blowing things up. Здарова, ребятушки! С вами Оладушки, и мы с вами в четвертых героях. Как, в общем-то, и раньше. Пойдем сейчас атаковать вот этих вот ребяток, потом зайдем в университет, подучимся, а потом посмотрим, что будем делать. Итак, ну, двинули. Хотят сдаться 5 штук, да, мы их заберем, остальных мы пошлем сейчас нафиг. И пойдут они нафиг. А вот этих ребят, я их, наверное, сразу выгоню, ну, потому что мне оно просто не нужно все. Заберу тапочки, песчаные сандали, прикольно. И только одного героя можно получить. Зато разведчик 5 класса мы получили максимальный, что не может не радовать. Тут у нас сандалики по снегу, тут сандалики у нас по неровной местности. А, вот, у тебя сандалий нету, давай мы тебе их тогда как раз и вручим. Или даже вручим, кто знает. Это не то. Вот сюда. У нас очень мало передвижения по земле, но у нас очень большой бонус передвижения по морю. Этим нужно пользоваться. Так, на самом деле, я вот что подумал. Посмотрим сейчас, как красный будет себя вести. Мы его сейчас быстренько лишим всех ресурсов. Побегаем, позабираем, поотжимаем все, что тут есть. Вот этого лепрекона тоже надо забрать. Вот, и, возможно, мы его, наверное, пока что... Я бы, наверное, не хотел бы оставлять его в покое, но у нас тут своеобразный челлендж, так скажем. Нам нужно пройти игру за 4 часа, потому что ровно столько я выделил под героев. Сегодня уже третья серия, то есть, по сути, третий час игры. И я думаю, что бы мне стоит такого сделать, чтобы... Не сильно затягивать геймплей, но при этом, чтобы было интересно. Посмотрим, как это все будет происходить. Пока что просто играем, просто наслаждаемся. То есть, как вы знаете, я вам говорил до этого, игру можно... Ну, игру, именно это соревнование можно пройти двумя способами. Во-первых, убив всех, кто находится на карте, и остаться последним. Классическая формула «всех убью, один останусь». Вот, а можно... Возьму-ка я жезл шаровых молний, это же он. Огненных шаров, ну да, какая разница. Они оба очень мощные, они оба очень классные. Так вот, по этой формуле мне придется обойти всю карту и в самом деле сражаться со всеми. Мне бы чего сейчас не хотелось, потому что это будет долго. Да, идите сюда, а вы идите отсюда. Прикиньте, оранжевый успел тут магов захватить, он с моря высадился. Ах ты гадость. Надо еще вот ту шахту построить. Я понял, там тоже... Все, спасибо, подсветил мне, можете идти домой. Вас дома ждут. Водитель, не забывай, тебя ждут дома. Так вот, я думаю, что мы с вами пойдем вторым способом, в котором... Нам нужно будет просто захватить 4 замка. Дайте мне общую точность. Ну и все. Зато теперь я смогу тут занимать магов. Чуть-чуть, но смогу. И вот тут тоже. Я сейчас... О, 16, отлично. Он их не покупал, потому что у него не было возможности их купить. Заберем сейчас вот эту штучку, сядем, наверное, на кораблик. Потом пересядем на этот. Хотя... Мы можем сразу к этому замку пойти. Захватить уже второй замок, начать его отстраивать. Потому что красному мы неплохо так надавали по щам, и я думаю, что он сейчас сидит у себя в последнем, или там сколько у него, 2 замка еще осталось сверху. Он сейчас там будет восстанавливаться, и его еще будут с другой стороны щемить. Поэтому... Что? Вы драться хотите? Серьезно? Зачем? Зачем вы встаете, мистер Андерсон? А. Ну да, да, накастовал ты такую магию, молодец. Сдохни, спасибо. Зачем вы хотели драться?
Ребят, ну вы же без шансов вообще. Так, вот это сделаем. Еще один уровень получили, тоже неплохо. Кожаный доспех. А куда он мне? А, ну нормально, встал на место. Вагонеточка. А, опыт. Построечка. Ну и я думаю, все, можно валить отсюда. Вы у нас заберете золото здесь, и поселитесь в этой золотой шахте. Ну, чтобы вообще вот хорошо было. Так. Забираем эту каменную шахту. Леприконы, леприконы, тут танцуют леприконы. Ждем. У нас там потихонечку в замке на центральном острове копится тоже всякая штучечка полезная. Так, шапочка у меня одета. Шапочка у меня одета. Можем спокойно садиться на корабль. Мы его, конечно, могли подозвать к себе, чтобы вот вообще быть ленивыми задницами. Так, чуваки. А, ну да, они, кстати, никогда не сдаются, насколько я помню, да? Вот, но их можно просто замочить. Ну, то есть... нам ничего не мешает. Просто их уничтожить. Давай точность еще влупим, чтобы наши ребята не промахивались. Опа. Один остался. Так. Опа. Опа. Убей, пожалуйста. Ну, блин. Ну, 124 жизни осталось. Ну, ну ты чё? Ну, как можно-то? Ой, блин, придется потратить. Экспа. В данном случае эти ребята просто являются экспой. Так, ранг, пятый ранг. Отлично, мореход. Теперь мы сможем прям бороздить моря и океан. Не, а почему так в обход-то? Ну ладно. Так. Фортуна. Хочу. Да, на этого героя сейчас можно учить вообще всему. Ах ты, тварь! Прикиньте, они открыли синие ворота. Ой, ну да, они открыли синие ворота, теперь они попрутся снизу, мне теперь придется их отсюда... В смысле, я говорю, нет! Не дают мне жить спокойно. Ладно, придется еще этих идти уничтожать. Хотел... Так, самоцветы заберу. А там, там золото просто, да? Золотая шахта. Но в данном случае у нас уже просто денег, как говорится, знаете, чем жуй, поэтому... Я не хочу сейчас идти строить ту шахту. Давайте я пойду быстренько у них замки поотжимаю. Ну, чтобы ребята не протестовали сильно, а то приходят ко мне, прикинь, приходят ко мне. Ну, то есть я могу просто взять... Кто у нас тут? Два дракона? Давай сюда. Ты этот замок просто отдаешь, да? Тебе он не нужен. За четверть урона. Магические драконы, они полностью отражают урон, но при этом, если его убить за этот ход... то отражение урона не проходит, так что все нормально. Я могу еще отравить, ну 34 единицы такое себе, не буду травить. Можно будет просто сейчас... Нет, не хочу я вас отпускать никуда. Я вас всех убью. Серьезно, можно сейчас просто магом всех вот так вот перетравить. Они не ходят, ну у них просто bad luck. Все, вы тут все и останетесь, а замок мой. Идите нафиг. Ха-ха-ха. Подождите, это был зеленый замок, а ко мне оранжевый урод лез. Вот же ж. А, тут вот этих ребят не выкупали, погоди. Прикинь, у меня джемов... У меня до сих пор всего лишь одна шахта, которая дает джемы. Вот это жесть. Так, красному мы отрезаем потихонечку пути поставки.
Пойдем в этот вот замок, он нам поближе. Если тут кто-то начнет бегать, я это увижу. Получается, этот герой мне будет просто стоять на страже. Дермит. Да ну поехали. Откуда тогда, получается, пришел этот перец? Слушайте, зеленый вообще отдает замки, знаете, там, по бросовой цене. Ему вообще... Пардонте, ему вообще ничего не надо. То есть, он такой, замки, замки, отдаю замки, 3 на 10, пожалуйста, приходите забирать. По-моему, зеленому поплохело немножечко, потому что... Ну, вот эти юниты, пока они просто летают, мне, ну, в принципе, на них пофиг. И... Нет, стой, 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 стой. Еще вот это забери. Ой, у нас тут и ресурсы не отжаты. Я могу еще? Ой, могу еще ходик сделать, выжить чуть-чуть. Пока просто юниты летают, мне на это абсолютно пофиг. Дракончик у нас... Ой, блин, ой-ой-ой, 3 дракона, 9 драконов. Стойте, а вот это опасно. А, победители меня, конечно, не победят, но вы же знаете, мы играем без потерь, поэтому... Ой, давайте заберу. Одного. Блин, очень неудачные враги. Очень, блин, неудачные враги. Надо вот этого чувачка убрать с дороги. И дать clear shot. Тварь. Тварь! Четверть урона. Так, давай, вот этого валим просто. 8. Да, убил. Не-не-не, ребят, забейте. Бежать они хотят от меня. А, ты посмотри, какие красавцы. Да, я могу сейчас, наверное, сделать на них точность, но они так подлетают. Ну, в смысле, на своих точность, а враги подлетают, поэтому... Ну вот, нормально, разошлись. А, четвертое воскрешение, кстати. Да, давайте. А чё ты... А, минуточку, у тебя был невоскрешенный герой с собой или чё? Так, свиточки мы все отдаем, потому что мы ими не пользуемся. Я уже объяснял, ну типа свиток дает одну какую-то уникальную магию, но мы делаем ставку на то, что мы просто прокачиваем магию, она у нас и так неплохо, так скажем. Тут у нас исключительно жизнь. И там один дракон, короче, поехали. И я не тем хотел поехать! Черт. Я не тем хотел поехать. Да, я собирался своим основным героем поехать. Черт, ну ладно. Ну, теперь вам точно задница, ребят. Поздравляю, доигрались. Так. Точность мне, пожалуйста. Блин, тебя бы подлечить, кстати. Благословение можно сделать. А хилочка, у меня есть... Да, у меня есть хилочка. Давай-ка на себя. Так. Ой, мне кого-то убил. Так, ладно. Давайте, знаете, что? Себя же клонируем, потому что они летают. Просто для того, чтобы побайтить. Так, ты у нас будешь травить. Нам нужно достать вон того дракона. Чтобы достать дракона, нам нужно выколупать ворота. Давай мы пока что еще джинов поклоним. Ломаем. Оп, минус. Магами я не могу ему ничего делать, да. Я могу только стрелять в него. Может, титаны достану? Сейчас посмотрим.
ворота закрылись, как раз перед ходом титанов, ну да. Так, ты отравлен, ты уже сдохнешь, тебе хорошо. Все, нормально. Черные драконы очень неудобные. 24. Ну ладно, мне 10 восстановили. 1000 экспы, спасибо. О! Как раз это 1000 экспы мне и не хватало. А тут можем спавнить черных дракончиков. Все хорошо, все нормально. Так. Ну что, получается, валим отсюда. Пока нас тут не особо тревожат. Знаешь что? Иди сюда. Возьму-ка я, наверное, мага. Магия хаоса всегда хорошая. Мне сейчас еще и 1000 экспы. Давайте эфрита возьмем. Возьмем сразу вторую эту. Ладно, да вы меня поняли. Да, Б, богатство речи. Позабираем немножечко местные владения. Если что, у нас тут сейчас будут спавниться черные драконы. С их помощью можно будет хоть как-то держать оборону. Ну, как оборону. Да, смотрите, оранжевый тупо приплывает. Давайте возьмем уровень. Демонологию возьмем, мистицизм и скрытность пятой ступени возьмем. Заберем вот этот корабль, чтобы он тут не торчал. А то пока тут есть этот корабль, оранжевый видит этот корабль и все, что находится вокруг него. Мне такой расклад не очень нравится. А пойдемте сюда, посмотрим, что там. Так, ифрит, забирай. Там чайничек, кстати, это очень хорошая шапочка. Вот это. Шлем силы. Получает 20 единиц магической энергии, каждый день восстанавливает 4 единицы. Да, но мы его сейчас не заберем. Так. Поехали отжимать дальше. На самом деле, пришел оранжевый, взбесил меня. А за это отгреб зеленый. Я пришел из зеленого, просто два замка отжал. Как такой за нефиг делать. Дыщ и все. Поехали. Все-таки доберемся мы, может быть, до центрального острова. Произойдет такое чудо. Я вот сюда хочу высадиться. Мне нужны эти джемы, а также мотоцикл и куртка. Так. Возможно, тут, кстати, нужно было брать и не мага, нужно было брать разведчика. Ой, там тоже есть джемы, которые надо захватить. Ну, у разведчика было бы просто больше ходов, а я героя взял чисто для... Где? Здесь зеленый был? Забери джемы, пожалуйста. Спасибо. И построй вот тут золото. Так, возможно, мне стоит вернуться в мой замок и немножечко подзапастись. Тут ничего нет. Немножечко подзапастись смертельными, дохлыми юнитами, короче. Попробуем наехать на вот этих чуваков, да, этих мы заберем. А, вы со мной драться хотите? Это печально. Удачливости, бессмертия. Дружок, идешь сюда. Блин, не в того. Все резко стало печально. Потому что мне придется. Черт. Смерть одного героя не входила в мои планы. Ты просто слейся там к черту. Тебя туда же. И ты, пожалуйста, растворись.
Твари, ну зачем было так поступать-то? Следопыт 5-го ранга. Сто девять баллист. Нормально, чуть-чуть покоцали. А, что я могу сейчас сделать? Я могу сейчас... Что в этом замке? Волшебные драконы. Валите отсюда. Волшебные драконы. Можно попробовать, кстати. Это, конечно, авантюра с убитым героем, но можно попробовать. Потому что этот замок сейчас ко мне ближе всего. И если воскрешать героя, то в этом замке. Вот это вот вообще отвратительно. Нейтральный герой с 23 драконами. Это не то, чего я сейчас хочу от жизни. Валим сюда. Должен убить. Убил. Нормально. Так. Зелье. Пару удач вести можно. Просто сразу избавляемся от драконов. Ангелы нам сейчас... Ничего не... Они могут, конечно, воскресить дракона попробовать, если что. Но мы им крылышки подрезали. Ах ты ж тварь! Я тебя не заметил. Нет, не иди! Нет, 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 нет! Глюпый полюреслик! Надо всех стреляющих юнитов убить. Так, этого мы завалили, этого завалили. Ну и, собственно, все. Замок наш. Хыдыщ. Воскрешаем героя. И таким образом, это второй замок на острове Занфаса, который у нас появился. Нам нужно 4, чтобы победить, напоминаю. Так, это мы построили. И, наверное, чешем обратно к себе. Хотя... Давайте, за 3 хода я могу сюда добраться. А ты возвращаешься и начинаем потихонечку накапливать армию для обороны этой стороны. В общем-то, нам важны только наши 2 титановых замка, из которых мы черпаем силу, и... И центральные замки, чтобы у нас не поотбирали. Поэтому... А, кстати, маленькая хитрость, смотрите, если у вас не хватает одного хода, чтобы добраться в замок, можно сделать вот так. И ты все равно в замке, ты в домике, опа. Надо бы, наверное, все-таки юнитов отстраивать. Ну ладно. Можем сейчас поехать нарваться на вампиров, они нам, в принципе, ничего не сделают. А мы получим экспу. Одного вампира нет, я не хочу. Они, конечно, сдаваться не хотят, они такие крутые парни, они такие, типа, нас много, но нет, вы до меня просто не доберетесь. Да, да. Мне вот сюда релакс такой нравится. Да. Последняя кучка вампиров делает финальный рывок до финишной линии и... Нет, они не доходят. 666 урона нанес. Очень символично. Пандора, кольцо скорости. Вот, это тоже хорошая штука. Оно у нас 2 единицы скорости в бою. Кто у нас там? Блин, а у нее колечко-то вообще нету. На тебе еще вот это колечко. И тебе. У меня герои вообще без колец какие-то ходят. Лошпеты. Ладно. Экспа. 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 Оккультизм. Тут не фри... Эфриты, да.
Ифриты. Обычно я бы пошел сейчас сюда, но сейчас необычно, потому что у нас такой, вроде говоря, fast run, поэтому сюда сейчас не пойду. Блин. Блин! Чертов нейтральный герой забирает у меня территории. Бей бандитов! Да, 21 бандита завалили. Ну, то есть этот перец сейчас реально может прийти ко мне и такой сказать: о, замок, ой, ничейный, о, мое будет, и все. Я ему ничего не... Ну, как бы ничего не сделаю. Я ему, конечно, могу грохнуть. Но мне это будет очень дорого стоить. Тварь, я могу даже за один ход до него добраться. 23 черных дракона, вот в чем самая большая проблема. Давайте мы попробуем разочек. Если нет, то я от него, наверное, немножко побегаю. Просто вот этот перец самый сильный на карте. Прям вот... Вы видите, я ему ничего вообще не делаю. Ну, то есть... Я могу на тебя берсерка сделать. И, пожалуйста, наверное, общую точность. Потом, ну, ее сейчас убьют тупо, поэтому... Или замедление. Да, вообще точно. Можно вот этим вот джином полететь вперед, немножечко к себе привлечь внимание. Маги. Мага можно героя грохнуть. Нет! Фух. Но на самом деле это пофиг, потому что 20 чертовых драконов, которых я, ну, ни в жизни не убью вообще. Три! Ну, естественно, он пошел мочить магов, да. Ну, то есть я убью просто с огромной потерей магов. А, еще у меня сейчас хоббицы не смогут стрелять. А если я их подвину... Так, и я что-то вот этих вот к себе ребят подпустил, они мне тут не нужны. 280 бандитов. 6. Давай еще хотя бы парочку. Хоббицы! Блин, мне просто интересно, сколько я магов потерял. Сейчас посмотрим. Если число будет приемлемо, то я, наверное, даже оставлю этот ран, потому что довольно неплохо вышло. Все, этим можно уже стрелять. Мне кажется, он просто половину моих магов где-то сожрал. Я не помню, сколько у меня их было там вначале. Но, с другой стороны, у меня много баш... 170! Да, половина магов! Причем 76 меня воскрешили. Мне бы это сейчас воскрешение пятой ступени. 240 магов осталось. Но, знаете, я укатал самого крутого чела. Пожалуй, да. Меня такое устраивает. Я сейчас пойду еще себе немножечко подберу армию. Блин, минус 100 магов, это просто до черта, если что. При том, что, я же говорю, я тут трясусь из-за 10 хоббитов, которых меня убили, а тут такие, опа, минус 100 магов. И смотрите, он сделал один удар всего лишь. То есть он тупо один раз подлетел и шарахнул по магам. Минус 170. Печаль, беда. Так, дом фей. И поехали клепать юнитов. Ну, теперь на центральном острове нам не особо что грозит. Там есть, конечно, еще 2 или 3 героя, которые довольно сильно прокачаны, но их юниты легко затыкаются. То есть в данном случае моя проблема была в черных драконах, потому что их ничем не заткнешь, в принципе.
Это такие ребята, которые просто летят через всю карту и делают с тобой все, что хотят. И им на это, в принципе, вот пофиг. Знаете, как в том мемасике, вообще пофигу. Вот. Так, пока что меня особо никто не трогает. Что у нас? Дом на деревьях я взял. А почему? А логово тигров тут, в принципе, было невозможно. Ну, я в любом случае хотел эльфов. Грифонов теперь хочется. Для них нужна цитадель, пожалуйста. Цитадель, кстати, такая красивая, с фонтанчиком на крыше. Что эти маги себе позволяют, знаете? Что эти маги себе позволяют? Иди сюда. Нет, ну просто он тут лазит такой, разведывает территорию. Чувак, успокойся. Да? Ты мне двух драконов убил? Молодец. Да, чисто свиточки разные пособирали. Ну и как бы черт с вами, ребят. Два дракона, это такая цена. Так, грифоны. И волшебный лес. Тут можно, короче, фениксов делать или волшебный дракон. Конечно, я буду волшебный дракон. Консерватория хаоса нужна, которая... Нет, это жизни. Вот она, консерватория хаоса нужна. Орден друидов первого. Все, я понял. Через три дня строим. Не проблема. Тут мы выходим из зоны опасности, по идее. Теперь джемов у нас три шахты, которые добывают джемы. Так, еще 27. Три шахты, которые добывают джемы, поэтому... Так, это все идет сюда. Это все тоже идет сюда. Спасибо. Немножечко восстановили популяцию магов. Можно возвращаться... Я, наверное, на вот... Вот сюда вот. Ты на меня решил напасть? Блин, а ведь убьет. Убил. Нормальный такой, да? Я же был вне зоны... Вне сети, вне зоны досягаемости. Так, где это было? Одного черного дракона мне для этого хватит. А, это караван зеленых. Вот кто ты был. Иди сюда, тварь. Говна кусок. Я думал... У тебя еще и два артефакта было, спасибо. Я думал, на меня напал какой-то пеший отряд. Герой-то мы сейчас воскресим? Это не проблема. Откуда этот караван-то? Или это был вообще не караван? Сколько тут десятки лучников? Все, валим домой. На тебе вот это. А, ну, то есть тебе вот это и тебе вот это. Тебе полагается компенсация за то, что тебя немножечко помяли. Так, ладненько. Строим орден. И валим потихонечку к кораблику. Я мог бы в порту сейчас построить новый кораблик, но зачем? Когда я жадный человек, я могу призвать тот кораблик, который у меня уже есть. Оп. Можно плыть сейчас... Да, наверное, давайте таким образом сейчас и сделаем. Двинемся сюда. И через северную часть попадем к третьему замку. Я думаю, что сегодня, как конец третьей серии, нужно будет захватить третий замок. Ну, это было бы логично, вам не кажется? Идите нафиг. 500. Кольцо. Мумиё.
Мумиё можно вообще сейчас замедлить, и оно в жизни до меня не дойдет. У меня просто не хватит ног все это идти. Сотрет себе ноги по колено. Давайте еще точно свилепим, чтобы их лучше расстреливать по пути. Ой, там у меня еще... Ой-ой-ой, я же замки посетил. У меня появился еще глобальный блессинг. У меня... Ой, прям вкусные вещи появились. Я такой два шажка сделал. Хопа! До свидания. 1000 хоббитов. Да. Две книги ученика. Судовой журнал. Ой-ой-ой-ой, погоди. Так. Судовой журнал дает на 25% перемещения по воде. Да. Во-первых, вот это. А во-вторых, книгу ученика... А у тебя вообще никакой базовой магии нет, тебе не нужна книга ученика, обойдешься. Доспех. Вот это что-то неплохое. 20 дней с урон защитный. От магии природы, да, отлично. Книжки ученика пусть у меня побудут. Ой, а стрелу-то я не заметил. Стрелу надо было забрать. Идем воскрешать нашего геройца. Надо бы, наверное, вот этих стрелков внизу... подобнулить. Сейчас мы еще подождем парочку драконов, наверное, и пойдем. 2-3 дракона должны оказать эффект правильного обделывания для этих стрелков. Консерватория хаоса. Делаем. Оп. Стрела убийцы. Неплохая вещь, но я ее не буду сейчас ставить. Ресурсы забираем. Ну такое, у меня сейчас просто бонус перемещения по воде огромнейший, и мне гораздо быстрее и экономнее перемещаться именно по воде. Я могу покрывать большие территории и при этом... Так, волшебный лес. Еще портал нужно построить, который мне будет давать этих богомольчиков. Что там? Сундучки, щит гномов. Можно, я думаю, вот... Нет, не вот здесь. Давайте дальше пойдем. А, смотрите, тут этот пристал. Тил, мистер Тил. Хорошо, портал существ ставим. И в портале сразу выбираем вот этих ребят, потому что они равны существам 5 уровня по силе, по массе. Ну, мне не нравится, что он там летает. Фиг ли ты там летаешь? Скажи мне, дружище, что тебе нужно? А, пойти накостылять ему, что ли? 12 девилов. Кстати, с 12 девилами не факт, что я ему накостыляю. Ну, ладно. Заберем этот корабль. Просто чтобы он у нас маячком служил. Чешем сюда. Да, тут у нас всем заправляет мистер Тил. Элементали. С элементалями неудобно сражаться. Очень неудобный соперник, потому что на элементале не работает просто дофигелиард всего. Такой. Ставим замок. Чтобы к нам никто не пробрался. Оранжевый, лиловый, си... Стойте, 3 игрока на карте осталось? Мало птичек там. Но если их мало, то может быть мы ими напинаем. Но просто они от нас убегают. Мне кажется, что я их просто не догоню сейчас. Костяные драконы... Ой, там какой-то меч прям хороший, да? Пылающий меч... Артефакт героя в рукопашном бою внутри. Дополнение герой наносит урон в 30 единиц огненной стихи плюс 3 единицы огненного. Но это если драться этим мечом, да? Ну тут костяные драконы. Я их завалю, но мне оно в принципе сейчас не нужно. Поэтому высаживаемся. И можем идти, наверное, в эту сторону. Тут вход в подземелье. В этом подземелье, насколько я помню. Ах так! У нас мистер Тил захватил замок? Развил буйную деятельность, захватил замок, отстроил его. Блин, это ж тварь его сейчас еще неправильно отстроила, смотрите. Давайте псов отсюда и валите к черту.
псы. Ну, псами давайте мы с вами на подземелье посмотрим, чтобы вы хотя бы просто краем глаза глянули. Смотрите, тут есть подземелье. Оно от меня улетает. Поэтому я пошел обратно в дом. У синего сейчас будут другие проблемы, потому что я начну отжимать у него замок посередине, и ему резко станет не до этого. Отвар... Ой, отвар бессмертия. Его нужно принять желательно внутривенно. Блин, у меня все сейчас... Давай на тебя же и примем. Нужно было, когда я был в замке, закупиться отварами бессмертия. Ну, да. Знал бы, где упаду, соломки подстелил бы. Кстати, вот еще один герой, который у нас нейтральный, тут шастает. А мы можем его и присануть, чтобы он тут лишнего не бегал. Сохраняем игру. У него много стрелков. Но, во-первых, 103 стрелка мы сейчас себе конвертируем. Во-вторых, стрелки чуть-чуть забудут, что они умеют стрелять. Чуть-чуть совсем. Кентавры, по идее, не должны стрелять с того расстояния, они должны бы подойти. Тебя, дружище, мы отравим. Тебе незачем вообще, в принципе, жить, существовать в этом мире. Дайте мне еще одну забывчивость, спасибо. Магия просто офигенная. В замке порядка, когда ты его прокачиваешь, он становится просто офигенным. Вот забывчивость, берсерк, гипноз. Глянь, вот кентавры забыли, что они умеют стрелять, как и арбалетчики. А этот чудесным образом выжил, прикинь. Так, до свидания. Причем они, видите, и не отвечают на стрелковые атаки, что вообще замечательно. Вас я тоже, наверное, отравлю. Прикинь, ударил! Свидание. Ну все, вот смотрите, тоже герой очень сильный, но он раскатывается, как за нефиг делать, потому что у него нет черных драконов. Да, черные драконы здесь очень много погоды делают. Как и всегда, в героях черные драконы это был самый мощный юнит, поэтому. А. Эй-я! Этих арбалетчиков тоже ждала незавидная участь. Нет, ехали очень быстро. Итак. Ну, давай я вот эту экспу получу. 1000 мне уже как-то, в принципе, никуда не сдалась, но... Пусть будет 4 ртути. О, халфлинги, я могу их себе забрать. 132 штуки, спасибо, остальные свободны. Это как раз те юниты, редкий случай, когда ты можешь юнитов присоединить к себе. Гидры. А тут с кем я... А, вот ты где, тварь! Ну, он вроде титанов прокачал. Вот он где, он по подземелью шарится, прикиньте. То есть мне на самом деле было бы полезно туда зайти, чтобы его выкорчевать. А теперь сколько мне до подземелья идти? Ну ладно, может он сам вылезет, я не знаю. Надеюсь, что он захочет защищать свой замок и сам вылезет. Мне бы не хотелось его оттуда выколупывать палочкой, знаете, как муравья. Вот так достаешь из муравейника. Что-то вернулось. Что-то прибежало, что-то вернулось. Экспа? Нет, кольцо силы. Экспа... Вот, короче, экспа это самый большой ресурс, который может быть, потому что это чертовски важно. А, ты кто? Ты никто. Просто исчезните тогда. Давайте я вас заберу и валите отсюда. А вы пойдете охранять мои... Нет, вы пойдете костер заберете. А теперь пойдете охранять мои джемы. Итак, наги. Наги. Блин, ты наг построил? Серьезно? Титанов, джинов. 38 циклопов. 33 коровы. Тут еще один морской журнальчик, кстати. Вот эти вот штуки, оракулы, если их собрать все, то можно выкопать священный грааль. И на этой карте они все находятся здесь, на этом острове, по кругу, вокруг центрального озера. Так что это интересно.
Так. Хоббитсы, маги. Это я все заберу, спасибо. Да, наверное, пофиг. Не-не-не, я вас никуда не отпускал, ребят. Вы все останетесь здесь, лежать в этой сырой земле. И наги тоже пойдут сейчас охранять. Гномы, наги, одноглазы и бандиты. Одноглазы и бандиты. Ну-ну-ну, сочетание. Сохраняем. У него все-таки циклопы. Циклопы это противные твари. Циклопов нужно вообще убивать. Так. Так, чтобы можно было такого бы интересненького. Давайте вязкую жидкость фиганем. Давайте уничтожим героя. Пусть у нас циклоп забудет, что он умеет стрелять, потому что, блин, эта атомная бомба просто кинет, блин, в дыру засосет абсолютно все, и пусть титаны забудут, как стрелять. Джинов убьем? А, сейчас, блин. Тварь, ты же обычно ходишь вперед, чтобы... Слепящий дым фиганем. Ты же обычно ходишь, чтобы хоть в кого-то попадать. У тебя оттуда должна была быть атака одна, 58-я какая-нибудь. Блин, все пытаются бить магов. Все пытаются бить магов. Что за люди? Знаете, вам вообще замедление. Сдохните там все скоты. Так, что я хочу? Я, наверное, хочу общий блессинг. Все наносят максимальный урон. Еще нужно бы, да, точность было бы вкинуть. Я забыл про точность. Начинаем травить. Травить мы начинаем желательно вас. По 4, неплохо. Дайте мне общую точность. Что могу еще интересненького сделать? Да так, в принципе, наверное, уже ничего. Там все нормально. Могу берсерка повесить, конечно. Давай. Так. Не дотягиваемся. Ну, давай тебя еще травить будем. Че, мне-то че? Заберем себе немножко птичек. Пойдем ломать ворота. Да. Начали мочилово. Блин, 1200 хоббитов снимают 4 циклопа. Это прям как-то печально. Ну, по идее, они там все отравлены. Я могу теперь просто его там затравить насмерть и все. Че еще ходить буду? Ну, я просто сегодня какие-то чудовищные количество магов теряю. 60. Сколько мне вернут? 30. Ну, хоть половину. Смерть 4 уровня. Исцеление. Дипломатия 2. Да, давайте тогда дипломатию вкачивать. Тут у нас... Я не сказал бы, что что-то прям полезное. Давайте уровень сразу получим. Надо было, наверное, сразу уровень получать, до того, как я к нему поперся. Магия жизни 4 круга, дипломатия... благородство. Благородство, давайте, оно это понадежнее будет. Что ты понакачал в моем замке? Он наг построил! Этот рахит построил наг, а не джинов. О, офигеть! Ну кто строит магов, титанов и наг? Блин, ну что ж ты за человек-то такой? А, что в университете дают? Оккультизм.
просто в никуда. Потрачено, знаете. Интересно, это тот герой, который отсюда пришел или нет? Сейчас посмотрим. Сарай. Это не тот. Вот ты и приехал, тварина. Да, я заберу вот 21. Да, тут на 2 мага больше дают, я его заберу. Так. Чувырло. Блин, надо было бутылки бы убирать, они теперь тут мешаются. А, ты забудь нафиг вообще, что ты существуешь. Титана тоже нужно забыть. И убить вообще на месте, хорошо, годится. И вот этих нужно убить. Не-не-не. Какой убежать? В смысле, убежать вы унесете с собой этого придурка, а в нем артефакты какие-то. Не. Убежать. Все, останьтесь здесь. Что у тебя было? У тебя были бутылки, ботинки, проща... О, вот бронька неплохая. Зелье перемещения, глушащая стрела. У-у-у, доспехи смерти. Это я заберу. Это спасибо. Ну, пожалуй, раз уж я сюда пришел, то вот эти твои вещи тоже позабираю. На гидру я наезжать не буду, я ее убью, мне вообще не проблема. Но, так, доспехи смерти, пожалуйста, передайте, передайте следующему. Там хорошая защита от магии смерти, мне это, в принципе, устраивает. Бутылочки надо сразу поперекидывать, потому что, видите, начинает в магии твориться хаос. Да, там можно отсортировать, но это нажимание лишней кнопки каждый раз. Проще вот так сделать. Это у нас по неровной местности, оно такое уже присутствует. Вот эту броньку еще, пожалуйста, нам дайте. Она будет получше эльфийской. Хоть она и тяжелая. Так, оглушающие стрелы я не хочу. Эти хпшку я не хочу. Плащ на забирай. У нас где-то... Да, во-первых, были еще бутылки. Во-вторых, была проща Давида. Боевая проща. Ну, то есть переводы, кстати, разные. Мы ее сюда вот кинем, потому что она будет лучше лука. Или погодите, нет, это мелкая эта проща Давида, да? Да, мелкая, да-да-да-да-да. Видите, давно не играл, подзабыл некоторые вещи. Вот, в общем, проща Давида дает 5, по-моему, урона, а боевая проща дает 10. 10 единиц. Ну, то есть, по-моему, самая лучшая метательная, ну... Прощай, есть еще копья кентавров, всякие такие прикольные. Тут много чего есть хорошей стрелкой. Есть снайперский арбалет, что, кстати, тоже тема. Но пока у нас их нет, будем довольствоваться тем, что есть. А, гильдию эту... Ну, просто магию мне тут сейчас развивать... Блин... Все, поехали наверх. И причем, где мне там была зелька выносливости? Чтобы я успел наверх подняться. Так. Значит, что у меня отжали? У меня отжали вот тут вот. Я не знаю кто. Вообще здорово, да? Значит так. Вот это плюс мага, не мага, да пофиг, пусть будет маг. Можно было взять лучника, давайте Тонвин возьмем. Герой у нас будет тут, дракон тут, это тут. Блин, замок построен максимально криво. Ну, хотя бы волшебные драконы есть, потому что без волшебных драконов было бы вообще печаль. Нету эльфов. Как можно строить, блин, эльфийский замок без чертовых эльфов? Ха-ха-ха-ха! Сел на кораблик, ты прикинь? Не-не-не-не-не-не-не, нет, 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 чувак, так дело...
Так дело не пойдет. Все равно последний замок находится снизу, можем к нему снизу подплыть. Давайте мы сейчас тут немножечко территорию поконтролим. Можно, кстати, потом будет героя в церкви держать, если что. И свалил. В закат просто. Так за сколько ходов я дойду? За два. За три. Тут, вот так за два. Видите, по морю у меня огромнейшая просто масса перемещения по морю есть. Я могу делать шорткаты таким образом. Преодолевать расстояния, которые другим героям в принципе и не снились. Поэтому прокачивать мореходство это, конечно, тема. Я просто захвачу и пойду обратно. Потому что мне оно что-то не нравится, куда все идет. Слышь, ты этот Минотавр заблудший. Так, я за один ход сейчас допрыгиваю сюда. Да. Захожу в замок. В замке нужно будет взять зелик бессмертия, если они будут в наличии. Было бы неплохо вообще. Давайте мы этого Минотавра шлепнем. Че он там ходит? Не, ну реально... Ходит такой Минотавр, типа, что мне делать, а? Ну куда? Ну зачем? Ну где? Так, немножечко подтянем нашу армию. Блин, магов выкашивают просто какими-то нечеловеческими количествами, поэтому... Зашел, блин, в замок. Ладно, в следующем замке куплю. Иди сюда. Как в том мемасике. Why are you running? Why are you running? Магаз. Зельки... Это что? Да, зельки бессмертия, короче. Закупаем 10 штук. Сейчас каждый примет по стаканчику. Зельку. Все, отлично, запаслись. Теперь, эти зельки, они без срока годности, поэтому, например, вот убили мне такие герои, он воскрес. Если не убили, то эта зелька продолжает действовать до того момента, пока его не убьют. А это удобно. Надо сюда. Я тут не подобрал немножечко ресов. Кстати, а почему я это не сделал? Так, он пошел сюда. И... Привет. Плотные ребята, кстати. Нет, я-то их ушатаю. Давайте-ка... Не задело, да, все-таки? Че у меня из магии есть? Ой, я могу кучу всякой шелупони делать. Шелупонь, вперед! Она еще отвечает, это, бьет безответно, потому что она шелупонь, она слишком маленькая. Единорожка. Так, мою шелупонь начали бить. Я вас тоже сейчас бить начну тогда, не обижайтесь. Короче, да. Безответно. Опа. Сделай еще шелупонь. Еще вперед. Молодцы. Не-не-не-не-не. В смысле? Бам. Бам. Все. Ну а что он бегает? Что он бегает тут? Вот, что ты успел тут... О, второй круг природы. Свитки. Да, блин, свитки это такое неблагодарное дело. Ладно.
Ну, по крайней мере, сняли этого чувака. К черту. Вот эта штука еще тут летает, но... Как бы, ладно, фиг с ней. Это я заберу. Это я заберу. Шесть големов, до свидания. Так, големы у нас там заперты оказались. А, можно теперь пойти... Но мне будет выгоднее пойти через воду, потому что, опять же, у меня бонус передвижению по воде огромный, поэтому я, наверное, так и буду делать. Использовать воду как fast travel. А вы, ребята, идите. Вы охраняли эту башню, вы идите дальше охранять эту башню. У вас все хорошо в жизни. Так, тут домой. Это собрали, это сделали, это этих укокошили. Три замка из... Оранжевый распоясался к черту. Где он высадился? Так, дружочек, пирожочек. Мало и мало, да? Иди сюда. Не надо тут бегать! Дважды, тварь. Я же долечу до тебя, и тебе будет плохо. Ты же должна это понимать, да? Волки. Надо было этих лепреконов. А почему я ничего делать не могу? Стой, какой на тебе дебаф? Отнимает природную возможность существа летать в половину уменьшая. Это пофиг. Ну, ясно. На меня арфочку сделали. Пофиг на арфочку. А знаете... У меня начали появляться сомнения. Так. Надо этого джина грохнуть. У меня 4 дракона, с которыми я ничего не могу делать. Кстати, смотрите, как чувак просто 4 титанами и 4 джинами начинает мне тут пачку разваливать, а? Прикиньте. А титан сейчас стрелять будут уже, да? Взял, просто снес. А, еще. Тридцать шесть. Вообще ни о чем. Загораживай его. Он его сейчас убьет с первого уровня. Просто понял. Так, у нас два дракона. А ну-ка. Офигеть, я просто недооценил героя. Герой реально очень имбовый. Это вот эти вот бойцовские герои, которые... Блин, он на мою каменную кожу врубил, и все. Тут титан этот стал вообще недоступен ни для чего. Так, ладно. Я понял, да, он меня расшатал, хорошо. Я сейчас приду, ребят, погодите. Такие вещи... Я ему 4 джина снял и 2...
Короче, да, оранжевый чувак опупел по полной программе. Высадился двумя героями. Одним героем начал еще и меня атаковать. Надо с ними разбираться. Видите, недооценил. Я подумал, что, ну, то есть, мало, но я его сейчас это, мало, а он взял... А он даже замок забирать не хочет, видели? Надо его догонять. Куда ты пошел? Куда ты, дружочек, пошел, пирожочек? Так, громоптица. Скелет убери. Спасибо. Блин. Убьешь? Убьет. Хорошо. Убьешь? Убьет. Супер. Затыкаем титана. Где у нас? Блин, я каждый раз теряюсь в этом. И общее замедление. Так, погоди, а может я... Облако разочарования. Давайте вязкую жидкость пока что. Потому что я не знаю, когда оно походит. И отравим джинов. Все, теперь можно сделать, наверное... Теперь валим. Просто валим их. Тебе хватит такого. Ой, трое ученых, блин, на тазу поплыли по морю в грозу. О, колечко. Слушай. А тут прям неплохо так навалено. Ох, сколько всего. Ох, елки-палки. Это просто бесконечнейший список. Так, вы пойдете сюда хранить. Нам нужно сейчас второго имбецила догнать, чтобы накостылять ему. Потому что, ну, нельзя так со мной обращаться. Пришел. Знаете, угрожает мне. Тут двумя героями высадился. Ну, вообще, как бы, куда это? Сейчас, секунду, ребят. Ну что ж, вроде как с этими рассчитались немножечко. Он тут по пути что-то разбил. Да, давайте так. За 7500, я не против. Получаем еще немножечко экспы. Третью дипломатию, да, давай качаем. Панцирь этот заберем, бутылочку эту. Ой. Ну-ка, сюда. Я хочу догнать этого урода. Он побежал туда. Давайте сейчас быстренько просто догоним его. Пока он тут дальше не накуролесил. Нейтральные герои, они могут знать, куда сходить. Самого страшного нейтрала мы уже грохнули, а все остальное там такое. Тут можно, кстати, освободить героя, что интересно. Он тут по пути пытается что-то собирать, мне кажется, да? Погодите, вы же не хотите сказать, что у него есть четвертый замок? Делся, тварь. Ой, зеленые когда тут высаживались. Но они тут не прошли, потому что до сих пор ифриты. Ну, смотрите, тут все занято зеленым. Куда оно могло поскакать? Черт. Ладно. Если вдруг объявится, мы все равно здесь уже на острове. А на этом тогда будем заканчивать сегодняшнюю серию. Увидимся тогда в следующей серии, которая будет финальной для прохождения. И, наверное, это будет как раз уже конец года. Поэтому спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем малышек. Всем покеда.